Пир и чума, и стыд потерян, империя достигла дна. Мир повидал кончин империй, и вот еще одна страна вся разложилась аморально. Тут 66-й сонет звучит настолько актуально, что сил поверить в это нет. Где были люди, стала вата. Блюститель треплет кобуру, стоит художница с плакатом, стоит как совесть на ветру. Зачем? Кому ее послание? Кого спасет ее картон? Уже Иуда в назидание послал навстречу ей ОМОН. Чиновник смотрит воровато на эту жесткую игру. Стоит художница с плакатом, стоит как совесть на ветру. Страну штормит и лихорадит, и оказались так умны довольно уж большие дяди. Прогнулись, чинно сняв штаны. А в тюрьмах честные ребята, те, что властям не по нутру. Стоит художница с плакатом, стоит как совесть на ветру. Упырь бомбит чужие страны. Он возомнил, что он тут бог. А биомассе, как ни странно, не стыдно. Даже как-то пох. Но воскресает среди ада со свежей краской поутру. Это художница с плакатом. Стоит как совесть на ветру.